Всем привет! Из солнечной Португалии. Сегодня небольшая прогулочка по району, вот такому, Вале-де-Лобо называется. Да, в переводе означает «Долина волков». Мы будем показывать красивые дома, виллы, растения. Дойдем до океана. Пошли? Да, и посмотрим, как отдыхают местные туристы. А вот здесь такая улица с виллами старого типа, или как сказать, старой... Классические. Классической закалки, да. А есть хай-тековские вот такие. Там все внутри спрятано. И через дорогу вот гольфовое поле. Поиграли и домой. Смотри, какая красота. И? Я это называю Иван да Мария. Два цвета на одном дереве. Три даже, да. Не знаю, как правильно называется. Да, попались мне обычные петуньи. А какие необычные? Отсюда начнем. Вот они. Вот такие необычные петуньи здесь рассажены. Очень красивые, крупные. На все лето практически будут жилые дома, а есть нежилые, заброшенные. Кто подписан в Инстаграме, уже видел вот это голубое или даже синее сиреневое дерево, да? Сиреневое. Сиреневое, да. Сейчас его сейчас пока не видно, сейчас. Вот смотрите, какие цветочки. А на фоне неба не очень видно, наверное. Сейчас попробую развернуться в другую сторону. О, нет, тоже. Это на самом деле очень красиво. Не, на фоне неба не видно. Круговое движение тут шедевральное. Португалия вообще родина, по-моему, кругов. И цветочки, кругом цветочки. А с этого места уже и океан даже видно. Не прошло вот и километра. Да, кися, кися. Ой, какой красивый. Он дикий, что ли? Не дается показаться. А, у него там кормушка стоит. Кися. Не видать. А? Ну да. Свободен. Шеф свободен, он сказал. Available. О, какая шишкастая пальма или как это? О. Ну, океан Атлантический. Вода сейчас 5 июня, 19-20 градусов, он достаточно прохладный. Ну, уже никто, вечер уже никто не купается. Вон там яхточку, на нас что-то не видно ее совсем, но есть она там. В общем, вот такие бесконечные песчаные пляжи, красота, чисто, все убирают. Ездит этот трактор, который пылесосит песок. Ну, в общем, замечательно тут. Да, там музыка играет, поэтому мы там не говорили. Живая музыка по выходным дням для туристов. Сейчас будем проходить, там увидите, все сидят. Ну, в основном туристы без масок, конечно. Хотя ходят между ресторанами все в масках, а садятся за столики, уже маски снимают. Ну, это так и должно быть. Ну да, вот такие нет, правила. Нет, они просто ходят здесь на территории без масок.
Да, кстати, по пляжу ходить без маски 100 евро штраф. И надо садиться на полотенце, тогда штраф с вас не возьмут, тогда можно маску снять. Ну, это не точно. Ну, это не... Не, ну, как не точно. Мы такое слышали. Пока они не играют, да? Да. У музыкантов перерыв. Ну, в общем, все, все места забиты, людей много. Мы с тобой как-то проходили вот сюда. Да. Там пройдем по расходу. Это поплетистое растение. Вот стоянка, это, кстати. Да. Накрытая стояночка. Вот это растение. Запах у него, я вам скажу, как у ополаскивателя белья. Хорошего. Для белья. Для белья, да. Еще раз. Ополаскиватель для белья. О, какая шишка, тут другая совсем. Да, нам помогут. Угу. Наверное, получается бетонный стол. Зашли немножко на горочку. Теперь с высоты просторы океанские. Там внизу просто обрыв такой, к которому нельзя подходить. Вот они тут огораживаются. И гоняют за это. Вот так стоять нельзя. Но если очень хочется, то можно. И через дорожку виллы, виллы. Красота. Наслаждаются. Внизу вот эти две тени, это мы. Немножко большего размера. Не было у вас мечты запульнуть гольфовый мячик? В океан. Максимум, насколько можно, да, в океан. А это здесь можно сделать. Сосенки средние. Средние как? Среднеземноморские, да? Да. Песчаные дюны. Ох, сейчас мы с тобой зайдем в песочек. Еще одно красивое место. Будем завершать, наверное, наш обзор. Потому что и от океана мы уже отходим. И прогулка наша сегодняшняя завершается. Я всем напоминаю, что мы продолжаем вести достаточно здоровый образ жизни. Питаемся правильно. Каждый день прогулки, чего и вам желаем. Да, будьте здоровенькие, не забывайте, что нужно держать вес в норме. Это очень полезно. Комфортный вес, который комфортен для вас. Да. И давайте, собирайтесь на море. Собирайтесь. Приезжайте. Будем ждать. Пока. Пока.